данном месте получает толщина льда метр, примерно метр. Здесь пробурина лунка, она 40 сантиметров, примерно 40 сантиметров. Дальше пробурина, может быть, 30 сантиметров. Неравномерность толщины льда на реке свойственна началу весны. Где-то прогревает солнце, где-то подмывает течение. Но завершать сезон зимней рыбалки еще рано, уверены те, кто сегодня пришли на Урал в надежде на хороший клев. Анатолий говорит, конкретно в этом месте еще до апреля можно выходить на лед. Выдержит. А вот после он сюда не ногой, имеется горький опыт. Вот так вот стоял, вот примерно тоже метр лед, но он уже рыхлый. Я отрыбачился, встал и все, и провалился. Как вылез, сам не знаю, только кувырком, выполз и все. Как действовать в подобной ситуации, когда сам провалился под лед, а также какую помощь нужно оказать утопающему, наглядно показано в памятке. Сотрудники МЧС с начала марта ежедневно патрулируют водоемы, проводят инструктаж. Если вы одни на водоеме, да, то провалились, соответственно, надо руки раздвинуть, и чтобы у вас опора была на лед. Освободить, как вы говорили, от всех ваших те вещи, которые вас тянут на дно. И, соответственно, надо, опираясь всем телом, выбираться на край льда в ту сторону, откуда вы шли. Александру не раз и не два приходилось применять эти навыки на практике. Он и сам уходил под воду, и было дело товарищей из плыньи вытаскивал. Тонут все от того, что панику ловят. Ложишься на лед, подползаешь, даешь руку человеку. Все, и он по твоей одежде, по спине карабкается, выползает. У каждого рыбака на памяти есть случаи, когда приходилось выручать из беды утопающего, но в сводке МЧС такие редко попадают. Спасатели обычно вызывают, когда из воды нужно достать уже тело. К счастью, в Магнитогорске за 2016 год и за прошедшие месяцы нынешнего года случаев с летальным исходом не было. А вот по области в целом статистика не столь радужная. По Челябинской области, значит, в 2016 году было 86 происшествий, при этом 84 человека утонуло, вот именно что связано с тонким льдом, из них 8 детей. Инспекторы ГИМС остановить рыбаков на берегу не могут, полномочий нет. Остается только предупреждать об опасности выхода на тонкий лед. А вот за выезд на лед предусмотрен штраф 1000 рублей.